сегодняшний день выполнено приблизительно 85% работ. Пройден этап самых сложных работ. Это усиление фундаментов, замена кровли, перепланировка приведения кинотеатра к действующим нормам, пожарным и нормам безопасности. На сегодняшний день закуплено и установлено процентов 80 оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность здания. Ведутся отделочные работы. Согласно распоряжению Киевской городской администрации, выделено 53 миллиона. Вложено приблизительно 34 миллиона. Меняются окна, утепляется фасад, но внешний вид остается таким, как был. Залы сделаны более оптимальные, но наборка залов остается та же, что и была. 6 залов, 2 из них больших и 4 поменьше.